Хочу в первую очередь высказать соболезнования всем семьям погибшим, потому что те страшные события, которые сейчас проходят в нашей стране, никого из нас не могут оставить равнодушными. За 23 года в нашей стране сегодня у политиков, наверное, появился очень реальный шанс что-то сделать не ради своих рейтингов и не ради своих политических амбиций, а отложить это в сторону и реально помочь и поддержать людей.